Под его руководством санаторий «Россия» стал одним из лидеров санаторно-курортного обслуживания Российской Федерации. Сегодня Россия – круглогодичный, современный санаторно-курортный комплекс Белокурихи, который предоставляет услуги европейского уровня. Вся инфраструктура санатория находится в самом сердце курорта и предлагает отдыхающим лечение и оздоровление, активный отдых и спа, а также территорию в несколько гектаров природного парка для пеших и велосипедных прогулок. Каждый номер санатория от стандартного до апартаментов гармонично сочетает в себе удобство, функциональность и уютную атмосферу. 10-й год подряд я удостоен этой замечательной награды. И гордость распирает грудь. Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам, администрации края, руководителям этого проекта. На сегодняшний день соответствовать гораздо труднее, чем добиться один раз этой награды. Поэтому приходится соответствовать, стараться. И когда люди приезжают вновь и говорят, изменилось, увидели отличие. И это дорогого стоит, дорогие минуты, ради которых стоит жить, работать и продвигать нашу любимую Белокуриху. В Россию нельзя не влюбиться. Это подтверждают постоянные гости. Здесь рады каждому.